Всем привет, ребята! С вами я, Вилзард Плей, и сейчас я вам покажу, как получить интересный баг. Но с помощью этого бага вы не сможете пройти игру. Давайте я для вас потише сделаю, чтобы вам было меня слышно. Вот, баг заключается в том, то, что у вас в игре два Ралзея. Ну, да. То есть сейчас этот баг я не использую. Я вам хочу его показать. Чтобы вы на компьютере или на телефоне его смогли повторить. То есть смотрите. Сейчас я делаю вот это. То есть это обычный. То есть без бага. Идем. Идем. Сейчас я вам покажу, вот. Идем на этого пацана. И смотрим, то что... Да, это обычная игра. А теперь сохраняемся в том же месте. Делая вот так вот. Чтобы... Так, а теперь выходим из игры. Включаем нашу клавиатуру нормальную. Заходим в S-проводник. Потом заходим на флеш. Вот так вот. Это легко сделать, просто самое первое. Нажимаем «Дата». Кстати, для этого вам надо root-права. Root-права. Root-права можно получить через KingRoot или Rootsu. Нажимаем опять «Дата». И нажимаем на поисковик и пишем нашу игру. DeltaRune. Блин. Все, вот наш файлик. Нажимаем на этот файлик и нажимаем файл. Потом нажимаем на файл 1.0, текст, S-редактор. Потом нажимаем изменить и меняем это число 1 на троечку. Потом нажимаем сохранить. А потом мы заходим сюда на 1.9. Опять нажимаем «Изменить» и тоже меняем его на... Блин. Тоже делаем его на троечку. Блин, сраный. Все, троечка. Нажимаем «Сохранить» и на dr.ini. Это последний наш. Он... Это левел. И меняем его тоже на троечку. Так, все, нажимаем сохранить и нажимаем и опять выдаем себе геймпад. Заходим в Deltarune, включаем нашу клавиатуру и все. Наш баг сработал. Нажимаем продолжить и смотрите. Наше окно с крисом исчезло. А теперь нажимаем на битву. То есть подходим в нашу битву и смотрим, у нас два Ралзея. Кстати, да, он наносит такой же самый урон, как и обычные Ралзеи. Смотрите.